Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и игра Metro Exodus, или же на русском языке она называется Metro Исход. Мы на дрезине, которую нам предложил этот, как его? Предложил этот механик по кличке Крест, и соответственно мы уже вот в дрезине, тут перевели стрелки и по... не перевели стрелки. Блин, я что не пойму, перевелись они или не перевелись? Едем дальше. Нам сейчас нужно в терминал попасть, взять пассажирский вагон. Что тут? Я не знаю, зачем тут это. Thank you.
приклад и рукоятка. А сейчас спортивный приклад. Ага, деревянный приклад с вырезом и обеспечивает удобство положения руки, стабильность, точность. Устанавливаем. И укороченный ствол с глушителем. Удлиненный ствол с компенсатором. С компенсатором. Точность и урон побольше. Да, глушитель убираем. Хорошо, ну вроде все, больше ничего такого. Так, ремонт противогаза. Все, хватит. Чё, сука, думаешь, убежишь? А вообще, да ни хера, от меня не убежишь.
сейчас попробуем сверху. Но главное, если ты сейчас нарвешься на кого-то, то это будет трабл. Сейчас хочу стойку метнулись, и штуку эту мне достали. Закончу выражение. Тут заходи! Чего ты там нашла? Вижу, падлу! Сейчас посмотрим, какого цвета у тебя подражка, сучок. Thank you.
поплохеет резко, да. Чуйка у меня такая. Сейчас мы обойдем с другой стороны. Я думаю, заодно узнаем. По периметру сейчас. Сюда выходи. Блин, давай выходи. Он там. Фу, это тоже интересно. Вроде уже все. Всех мы уже завалили. Тихо. Ну, давай влево, вправо шаг. Ничего нету вообще. Да уж. Ну, пассажирский вагон. Прижал я эту падлу!
уже здесь. Я здесь. Вы не ждали меня? Я пришел. Лампочка. Да, в общем, мы тут... Тут тоже плацкарт есть. О, верстак. Серьезно? Вообще благодать. Не? Кажись, там, где я был уже. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Ну да, ты со всеми разобрался, все. Теперь надо как-то эту окон. Снег пошел, прикольно.
Разве не хватит? И помастеровать. Надо помастеровать. Длинный мусор с компенсатором. Длинный ствол с компенсатором, а этот у нас торнадо ствол с компенсатором, стабильность, неплохой точность сохранения, умеренный вес. Ну, у нас получше, в общем-то. В общем-то, да. Ничего такого. Ну давайте, надеюсь, мы пролезем там. Так, теперь отправиться его туда надо. На тот остров ты так и не зашел. Вагон прицеплен, это настоящий дом на колесах. С ним мы, пожалуй, вправду доберемся до Ямантау. Надо скорее отбуксировать вагон на базу, караван торговцев может прибыть в любой момент. Понял. Стрелки уже переведены. Да. Током ударило. Там молния близко. Почти приехали, вот и я.
Здорово. Отходите. Ну так, цепляйте, чё вы тут танцуете? Вот это да! А я вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Что старушку мою. Интересно, сколько напрямой выжмет? Надо будет креста спросить. Хотя какие сейчас прямые? Недоразумение. Мишку. Да. Но отчаянный он человек, крест, если на такой блоке катается. Мишку. А Мишка аж там был. Да не, наверное, Мишку мы не заберем. Он был... Мишка далеко, нет. Будет без Мишки, в общем. Артём, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Здорово, Артём. Ну, здоров, герой. Здоров, пацан. Справился? Да. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? О, да. Удачи, Артём. Спасибо. Пришёл отдохнуть? Хорошо. Но долго не задерживайся. Ты очень нужен в порту. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Да какие? Роторный магазин и горизонтальный магазин. Удлиненная версия трубчатого магазина вмещает до 27 стальных шариков или 9 зажигательных капсул. Хорошо. В путь дорогу. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо тебе. Артём,
Наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Так. Угу. Так что, туда типа? Понял, лодка вот здесь вот. Крис точно предсказал появление торговца. Караван остановится в порту. Спартанцы окружили его и готовы к захвату. Мне надо подготовиться к отправиться на встречу с отрядом. Где там лодка? Чуть левее. Ну да, где-то вот здесь вот должно быть. Так. И тебе чуть вправо. Что ж, на этом с вами я прощаюсь. С вами был Вадим Сена. Продолжение увидим в следующей серии. До скорого, удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Пока, увидимся.